Если вы играли в танки, то наверняка у вас была такая ситуация, что ехать до точки вначале долго, врубаете автопилот, прицеливаетесь, куда ехать, и печатаете кому-нибудь что-нибудь в чатике. Ну, можно наехать на камушек, врезаться в стену, еще что-нибудь. А танк-то продолжает ехать, потому что вы печатаете. Нет, ну, в принципе, на пятерках я бы с ним погонял. На четверок просто нет. Да сука, что ты здесь стал вообще, да убери ты свой тазик, туловище безголовое. Сука, он отбитый какой-то. Наглухо, сука, он еще стреляет. Ты с кем воюешь, блядь, придурок? Охуенный у нас свет. Главное, если сейчас выстрелю, мне еще и бан дадут. Вот что с ним делать? Молодой человек, вы не туда ехали, я вам дорогу покажу. Да-да-да, вам туда. Туда. Да точно туда. Молодой человек, идите там походите, вы там полезнее будете. Это гравитация все. Сука бессердечная. Нян, ты в курсе, кстати, что мы сюда только вдвоем поехали? Больше никого нету. Ну точнее, еще гусек впереди, но он сейчас сдох. Блять, я перевернулся! Ты как упал там? Блять, помогай, зайчик! Ты че, эвакуатор, что ли? Сука, как ты упал, блять? Помогай! Да я помогаю, видишь, мечу, блять! Я пока стрельну. Куда ты стрельнешь, лежа, блять? Я не могу сориентироваться, где я. Да где ты на боку лежишь, блять? Вставай! Блять, сегодня пизда. Да мне тоже теперь. На нахуй, сегодня успел. Да ты нас убить успел, обоих считай. Как это то, что было. Зачем на бок лег? Как тебя выцелить? Опа. Опа! Нормально. Не, в принципе, мне тут еще можно повоевать. Вот этого гуська сейчас заберу, уже проще будет. 6 на 10, конечно, такая ситуация. Светляки уже у нас по базе бегают. За пригорком, за домами его не сниму отсюда, конечно. 6-11 уже. В смысле? Я думал, кто мне светит? Тут орел из гнезда выпал. Из 3, возможно, топ. Ну давай, топай сюда. Тебя жду маленький, давай. На-ка! Ёб твою мать. Светляков опять нет, придется мне светить. Не, обзор-то как бы нормальный, но танковать нечем, и скорость херовая. Ещё и полено в жопе! Не, ну нормально вообще, чё мне дерево в жопе застрял? Целое дерево, даже не пенёк, дерево. Охереть, маскировка. Хочешь спрятаться за деревом, стань деревом. Ну, в принципе, все бы ничего. Только тут одна внештатная ситуация. У нас есть союзник очень упорный, который творит ебаную дичь. Он просто прет труп. Не останавливаясь. Он просто его тащит, укрывается и выстреляет. Это просто мегамозг какой-то. Он уже на горку затащил. Вы просто посмотрите, как он старается убежать. Даже мертвый. Бедного светляка прям на ебальнике читается. Блять, помогите! Интересно, за этим деревцем меня увидят или нет? Вроде нет. Да как ты без засвета лупишь, тварь? Ты какой продуманный, а? Просто по дереву стрелял без засвета. Откуда ты там стрелял? Отсюда? Или отсюда? Так и задумывалось. Так тоже должны были все проехать. Если никого нет, можно просто на горку подняться, хоть нашим помочь. Че за вентилятор ты? Да как целится теперь? Отцепись! Он не отваливается. Отвались ты, сволочь! Что за бред вообще? Че это такое? Короче, я антенну нашел. Для усиления радиосигнала. Сейчас еще муз-ТВ поймаю. Охот делает вражеская антенна была. Позиция, прямо таки скажем, не очень интересная. Дома ломают. Тут у нас есть. Ты меня спалил, я не пойму. Блять, ты как сюда пролез? Шабулда, блять. Ниндзя, сука, мимо светляка.
А вот этот приятель мне прям не нравится совсем. Я на перезарядке ничего сделать не могу. Отличное соседство. Сука, он сюда катит. Рынь, подержите его, пусть он передумает. Сука, он же не передумает. Не, ну... С прожета надо что-то сделать, а вот с ЕСТО я что делать буду? Это ж почтовый ящик, когда сюда доедет, он меня сомнет просто. Ну, выходи. Кысь-кысь-кысь. Выходи, маленький. Выходи, я полностью заряжен, я тебя разрежу. Выходи. Я прям чувствую этот ЕСТО рядом. Как кирпичный завод во мне строится, тоже чувствую. Вот он. Не. Я с тобой не воевал, я мух отгонял. Я мух отгонял. Вообще здесь никого нету, блядь. Все, я в доме. Экипаж ушел, это муляж стоит. Все, мужики, не трогайте. Не трогайте меня. Блядь. Что теперь делать? Этого бы снять как-нибудь, падлу. Ну, домик, прости. Иди в ангар, блядь. Перезарядка. Не, ну что мне с этим делать? Надеюсь, он мимо пробежал. Надеюсь, он не злопамятный. Он мимо бежит сейчас и пойдет и там с ПТ-шками. Так он на меня едет. Мужчина! Это не я был! Я вообще ничего не трогал. У меня вообще он горохом заряженный, видишь? Я тебя даже поцарапать... Да сука, да куда ты едешь, блядь? Изыди! Явись, отъявись, блядь! Сука, отстань! Отстань от меня, блядь! Все, я в домике, блядь! Я за кор... Че, да выебывался, пёс? И снова всем привет! А я продолжаю танковать. Ни во что другое играть просто не хочется. Прям физически не хочу. Вот валяется рядом VR, игр штук 50 для него, а ну тупо не хочется. Вот сел в танк, расслабился и вообще все пофиг. На этот раз я вам нарезочку подготовил из всего отснятого материала, что валялось. Полноценную катку собрать нельзя было, а моменты были забавные. Ну там напишите в комментах, как вам нравятся эти нарезки или нет, или целиком лучше катки делать. Подписаться не забудьте, соответственно, лайк поставить. Я чтоб для вас все старался, делал, ты понимаешь. Всем спасибо, пока. Золотого!